Всем привет! С вами Александр Усольцев и это «Московские новости недели». На этой неделе мы с вами гуляем по территории бывшего завода «Хлебозавод», как бы это ни звучало. Будем обсуждать московские новости, а заодно посмотрим на эту актуальную территорию. По соседней территории «Флакон» мы когда-то делали отдельный ролик, ну а эта территория как-то у нас осталась недооцененной. Поехали! Весь центр Москвы перекопают. Об этом мы с вами говорили еще на прошлой неделе. А перекопают именно на острове Балчуг, вот в районе как раз одноименной гостиницы, всю Садовническую улицу и окружающие переулки. В общем, ждет остров большая реконструкция. Мы поэтому и делали стрим на прошлой неделе именно там, даже попали немножечко на высокую точку на крыше, так что пока рекомендую, пока запись доступна, рекомендую посмотреть. И у нас под это дело на буквально несколько дней назад на набережной УГЭС-2 раскрыли вот эти спуски к воде, теперь там продолжается еще благоустройство, но уже в общих чертах проект можно видеть, там еще привезли деревьев, в общем, жду не дождусь, когда ГЭС-2 станет актуальной территорией, а не какой-то, ну, такой закрытой территорией в самом центре Москвы. В рамках большой программы реконструкции у нас, на радость жителей Северо-Восточного округа, будет реконструирована набережная Яузы. В данном случае не только Яузы, но и примыкающие к ней реки Чермянка, что, ну, как обещают, позволит наладить пешеходные связи между Отрадным и Южным Медведково, а то, знаете, эти районы всегда были на ножах, как вы понимаете, а тут вот мир, дружба, урбанистика. Но, так или иначе, вот эта реконструкция Яузы, она же рассчитана на много лет, и, как видно на схеме, там и на следующий год, и еще через год будет делаться пешеходная зона, и главная задача этой пешеходной зоны, что, мол, связать пешеходным и веломаршрутом ВДНХ и МКАД. То есть от ВДНХ можно будет красиво дальше через мосточки проехать к Яузе и дальше ехать в сторону области. Ну, будем надеяться. Я думаю, сейчас чуть-чуть снег там сойдет, обязательно туда съезжу, погуляю. А почему я рекомендую вам как-нибудь приехать на Хлебозавод? Так это потому, что здесь вот тоже очень хороший пример того, как, казалось бы, старую депрессивную промышленную зону преобразовали в интересное пространство. При этом, вот смотрите, даже старый ангар какой-то, ну уж точно неохраняемый, сохранили и на нем нарисовали такие авангардные мотивы из 20-х годов. Ну и что говорить об основном здании хлебозавода, круглом, с трубой, замечательный памятник конструктивизма, построенный, правда, уже в 30-х годах, но функцию свою он выполнял еще даже и в 90-х, и в 2000-х. Есть во всем благоустройстве и большая такая ложка дегтя. На Воробьевых прямо вот сейчас и в ближайшие дни еще вырубят 350 деревьев и 900 кустарников. Казалось бы, заповедник, ничего нельзя вырубать и вообще трогать. Но еще несколько лет назад была показана большая такая визуализация, что там будут делать новый трамплин и три горнолыжных склона. С одной стороны, у нас в Москве появляется горнолыжка новая, а с другой стороны, все же заповедник рубят. Ну что ж, как нигде здесь актуальна поговорка «лес рубят, щепки летят». Жаль только, что на Воробьевых вот почему-то именно кому-то там понадобилось горнолыжку делать.
Ну, отсюда у нас открывается прекрасный вид на главный цех хлебозавода, который, когда в 30-х годах соорудили, это была просто какая-то революционная идея. Принадлежала идея инженеру Марсакову, и он придумал, что а давайте делать конвейер только круглой формы. Условно, сверху мы засыпаем муку, а внизу у нас уже выходят готовые булки. И вот эти кольцевые хлебозаводы Марсакова, они строились не только в Москве, а в принципе по Советскому Союзу. В Москве еще одно известное место, где такой хлебозавод был, это на Пресне. Там вокруг построили огромнейшие небоскребы. Ну а здесь, как видите, хлебозавод все еще можно видеть во всей красе. Если вы постоянно водите машину по Москве, в ближайшие полгода и дальше будьте особенно аккуратны, потому что в ближайшее время у нас Департамент транспорта и Центр организации дорожного движения закупят, даже не закупят, а арендуют 250 камер, которые позволяют контролировать остановку. То есть не скорость, а остановку. Такие камеры очень показали высокую эффективность в центре города. И все уже знают, что на Тверской, если остановишься даже на 15 секунд, то неминуемо придет штраф в 3000 рублей. Я думаю, все сталкивались с этим, когда пробовали вызвать такси непосредственно на саму Тверскую. Но такие камеры, будьте внимательны, появятся не только в центре, потому что в основном их будут устанавливать теперь где-то в периферийных районах, где вот эта проблема остановки существует у метро. В частности, там у Калужской, на Коломенской, в Филях. В общем, будьте предельно аккуратны и не останавливайтесь там, где знак запрещает это делать. А я напомню, что у нас по-прежнему нет движения поездов от Новых Черемушек до Беляева, и ходят компенсационные маршруты на автобусах. Там, правда, конечно, власти рапортуют, что все хорошо, у нас все замечательно, компенсационные маршруты прекрасно ходят, но при этом вечером все равно столпотворение, так что по возможности избегайте до 2 апреля вечером ездить по оранжевой линии в самый низ. Но поскольку в транспорте много чего происходит, и не всегда позитивного, иногда неудобства, поэтому стараются это все как-то компенсировать какими-то другими инфоповодами. Так, например, в павильоне МЦД на площади перед Киевским вокзалом сейчас такая удивительная коллаборация Департамента транспорта и, как это ни странно, компании «Лего». Сделали из «Лего» город будущего, где там ездят поезда, машины, человечки поставлены. В общем, такой очень детальный проект. Будете на Киевской, можно зайти, но специально я бы не поехал. Еще более удивительное сотрудничество МЦД наметилось с зеркальной фабрикой на Нагорной 17. И я думаю, у нас скоро вся Москва будет сплошная Нагорная 17, потому что уже просто выходишь везде в лифтах, в каких-то бизнес-центрах, везде вот этот вот логотип Нагорная 17. А теперь еще зеркала будут установлены на 14 популярных станциях МЦД. Зачем? Ну, как обычно, по просьбам общественности и пассажиров. Ну, а многие, наверное, обратили внимание у меня за спиной на портрет Маяковского, и это удивительная работа португальского художника Александра Фарто. Причем у него интересная техника. Он делает свои работы даже не красками, не баллончиками тем более, а по бетону вырезает, выдалбливает портрет. Да, весь портрет этот, он рельефный и выдолблен по штукатурке. Обидно, что еще одна работа, портрет с портретом Германа Гессе, которая находится в Хамовниках, на набережной, на стене фабрики бывшей, сейчас исчезнет. Просто спешите видеть, потому что эта работа будет сноситься вместе со зданием, а там будут застраивать новым каким-то жилым комплексом все. Ну а Яндекс.Драйв на этой неделе выдал интересную аналитику, которую он собирает со своего каршеринга. Я напомню, это один из крупнейших, если не самый крупный каршеринг в Москве, они постоянно соревнуются между собой, но так или иначе, у них 11 тысяч машин, у них навигатор, у них куча пользователей, и поэтому, по сути, передвижение их машин отражает
в принципе, общую статистику по Москве, пользование любыми каршерингами, да и, в принципе, передвижение по Москве. И, в частности, они интересно подметили, что если... Понятно, что если раньше каршерингом пользовались, ну, в основном, назовем это так, молодежь и люди, которые там младше 35 лет, то теперь у них статистика выросла, и возраст средний поднялся. Сейчас пользователей старше 35 лет в каршеринге, ну, почти 40%. Но при этом интересно, зависит стиль вождения от возраста. То есть более старшее поколение, оно чаще всего более плавно водит, резко не тормозит, но при этом чаще пролетает на светофор. На светофоре, наоборот, увеличивает скорость. А при этом более, ну, скажем так, неопытные водители, они перед светофорами резче тормозят, меньше пролетают там на красный свет в последний момент. В целом, ну, совершенно другая модель вождения. При этом еще в прошлом году Яндекс посчитал, что если ездить на условно базовом Hyundai Solaris 10 тысяч в год, ездить это на Яндекс.Драйве, то это обходится дешевле, чем владеть тем же самым автомобилем. Вот такая интересная статистика, ссылка на нее будет в описании. Кто любит копаться в циферках и делать различные выводы, вот очень рекомендую. Ну а на здании Пушкинского музея изобразительных искусств, ну получается уже в прошлые выходные, торжественно открыли мемориальную доску Ирине Александровне Антоновой, легендарному музейному работнику, которая 75 лет своей жизни отдала музею, из которых 52 года она возглавляла Пушкинский музей изобразительных искусств. Без нее многих выставок, там, и импрессионистов, и западного искусства, и вообще в принципе музей не был бы тем самым Пушкинским музеем, которым он стал после войны. Так что просто запомните Ирина Александровна Антонова. Человек, который сделал нашу жизнь, даже если вы этого не знаете, намного культурнее и намного богаче. Массажный салон на Соколе стал церковью. С таким громким заголовком вышел ряд СМИ местных. А как-то в общей московской городской повестке эта вещь как-то вообще не прозвучала. А это важное эпохальное событие. Дело в том, что даже на экскурсиях по Соколу я это здание показывал. А там находилось когда-то кладбище героев русско-японской войны. И в 1911 году там была выстроена часовня. Хотя некоторые источники указывают, что, мол, это даже не часовня, а это, мол, была дачная постройка. Ну, очень странно, что дачная постройка была на кладбище. Но так или иначе, на мой взгляд, наконец-то историческая справедливость восторжествовала. Там действительно в этом здании, на месте бывшего кладбища, был некогда долгое время массажный салон. И вообще какие-то офисы сидели. А теперь там открылся храм. На этой неделе произошло еще одно событие, которое будет иметь, возможно, далеко идущие последствия для всего туристического рынка в России. Во втором чтении приняли закон об экскурсионной деятельности. Да, еще будет третье чтение. Самое печальное, а я про это записывал отдельный ролик еще в прошлом году и запишу на следующей неделе ролик, то, что никакие поправки, которые были предложены Союзом экскурсоводов, то есть людьми, которые непосредственно работают с туристами, людьми, которые каждый день работают в этой отрасли и сталкиваются с насущными проблемами, вот ничего этого бы принято не было. При том, что предлагали сделать эту аккредитацию добровольной, чтобы действительно она была таким бонусом, который дает возможность, например, водить в Третьяковской галерее или в других музеях. А сейчас идет речь о том, что экскурсии на улицах, в принципе, без аккредитации могут запретить. Всем понятно, что каждые 5 лет придется заносить кое-куда денег,
чтобы получить эту аккредитацию. И даже, допустим, на нас это не, так не повлияет. Но мне дико обидно, например, за такую ситуацию, что есть в маленьком городке хороший специалист, историк, там, может быть, учитель, который водил экскурсии, и при этом ему нужно будет получать аккредитацию, а тут вопрос еще, как, кто будет эту аккредитацию выдавать и как его будет аттестовать, если он единственный специалист в своем небольшом городке, и где-нибудь там в условной Тверской области или в Калужской области. Зачем ему это надо будет вообще в принципе, особенно ехать там в райцентр куда-нибудь получать эту аккредитацию? Человек просто найдет какие-нибудь себе еще возможности работать или вообще не будет этим заниматься. Просто туризм развиваться не будет. Будут у вас сплошные вот такие вот музейные работники, и то, где они есть. Нам, по сути, пандемия такой для внутреннего туризма подарок сделала. Люди поехали, люди с деньгами поехали путешествовать по России. И вот сейчас откроют границы, и еще и вот такие экскурсии запретят. И что они, будут ездить? Да никто не будет ездить. И самое удивительное в этом законе то, что предлагают вот эту аккредитацию ограничить одним регионом. То есть, например, специалист по модерну, если он аккредитовался в Москве, он же не может поехать, допустим, в Кимры, в Тверскую область и там рассказать. А там местных экскурсоводов да практически нет. Вот такие вот у нас дела. А чтобы, например, водить экскурсии на автобусе какому-нибудь очень реально хорошему специалисту по нескольким регионам, ему везде, в каждом регионе нужно будет получать аккредитацию. Ну и кому это будет надо? Ну а кого мы за это должны благодарить? Мы назовем конкретные имена. У нас есть такой комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, который возглавляет при Госдуме Борис Пайкин. Так вот, Борис Пайкин долго рассказывал депутатам, как это здорово будет вывести всех экскурсоводов из тени, вот легализовать этот бизнес и, наконец, хотя с легализацией это никакого не имеет вообще отношения, потому что легализация, она фактически уже есть. У большинства экскурсоводов, которые занимаются на постоянной основе, у них у всех есть либо ИП, либо они сейчас зарегистрировались как самозанятые. И эта же аттестация, она, ну, с легализацией вообще ничего близко не имеет, потому что, по сути, аттестация, она не будет требовать от тебя заведения юрлица. И дальше будешь также вводить. Наоборот, будет у многих людей впечатление, что, ну, да я уже государство и так занес за эту регистрацию, вот вам. Больше ничего не получите от меня. Ну и, соответственно, если этот закон будет принят в третьем чтении, а потом подписан президентом, то интересных экскурсий в маленьких городах России особенно вы точно не увидите. Ну а благодарить мы будем за это Бориса Пайкина. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки Гюнтера фон Хагенса «Body Worlds» на ВДНХ. Удивительная ситуация с этой выставкой. Я напомню, это выставка, где, ну, мумифицированные тела, по сути, пластиковые тела, залиты там все, заменено на полимер. Так вот, выставлены там в различных позах, показывается анатомия и прочее, прочее, прочее. Выставка эта работает уже там с 70-х годов и ездит успешно по всему миру, но всего нового, как обычно, у нас пугаются. Я предлагаю Александру Бастрыкину также проверить, например, кунсткамеру или некоторые церкви, где лежат мощи. Ну и напоследок, куда пойти в выходные на этой неделе? У нас музей архитектуры просто, значит, выставка за выставкой идут. В частности, например, открылась выставка «Цветные осколки империи», где представлены цветные диапозитивы одного путешественника, который ездил по России в начале 20-го столетия. Ну, конечно, наряду с тем, что там идет еще выставка, посвященная Фхутемасу и советскому авангарду. В общем, я не знаю еще ни одной причины, почему не нужно все бросать и не идти в музей архитектуры. В эти же выходные у нас блошиный рынок на Тишинке пройдет, и вместе с этим на
Крымском валу пройдет ярмарка «Нонфикшн». Традиционно она проходит каждый год, ну, за исключением прошлого года, где будут представлены различные издательства. Я туда что-то сейчас боюсь идти, потому что каждый раз все заканчивается тем, что ты тратишь 5000 на книги познавательные, а потом еще копится и копится, копится у тебя целая полка. Ну, а вам очень рекомендую сходить. Ну и, конечно же, мы продолжаем делать прямые эфиры, стримы в 10 утра, если вы зайдете на этот канал, и в субботу, и в воскресенье. Здесь будут интересные прямые трансляции. В частности, в субботу в 10 утра у нас будет про Нагатинский затон, а в воскресенье в 10 утра про Строгино. Вот к вопросу о том, что кто там будет аккредитовывать, например, редких любителей спальных районов, а там есть очень много интересных нюансов, уж поверьте мне. Ну и в эти выходные у нас возвращается Александр Иванов, и экскурсии офлайн будет вести он. Оба дня в 13 часов будет такой архитектурный ликбез от Александра Иванова, в частности. В субботу 13 часов вы с ним встречаетесь у Кропоткинской, около памятника Энгельсу там, и идете гулять по Пречистенке и Остоженке, по архитектуре модерна. Это один из удивительнейших, красивейших стилей, которые у нас есть в Москве. А в воскресенье, также в 13 часов, вы с Александром Ивановым встречаетесь у метро Красные Ворота, это выход номер один, то есть выход из такого полукруглого авангардного вестибюля, и оттуда идете до Сухаревской по архитектуре авангарда советской. Почему она недооцененная и почему это был такой прорыв в искусстве и архитектуре именно тогда, в 20-х годах в Советском Союзе, вот на этот вопрос вам ответит Александр Иванов в воскресенье с 13 часов. Ну а я здесь с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели, спасибо, что ставите лайк, спасибо, что подписываетесь на этот канал. С вами был Александр Усольцев, всем пока и до новых встреч! Ох, как же в левой руке-то держать сложно эту конструкцию всю. Подписывайтесь на Инстаграм, там в сторисах будет вот такой бэкстейдж. Ну или точнее уже есть. Вот, Инстаграм Moscow Walks также. Во всех соцсетях мы одинаково.